Ну что, друзья, очередное воскресенье и очередное спортивное утро. Сегодня у нас стартует необычный забег. Забег по лестнице здоровья. Символ здорового и активного образа жизни. И сегодня мы узнаем, кто быстрее всех. Эмоция өте күшті. Барлық жастарды, барлық еріктілерді жүгіруге шақырамын. Бір айдай болып қалды дайындалғаныма. Енді келесі жолы Алматы марафон бар. Алматы марафонға жүгіреміз. Мен өз інімен келдім бірге. Бірге жүгіреміз. Ол 18 жасқа дейінгі, мен 18, енді 29 жасқа аралығында қатысып жатырмын. Әрқашан бақыт тілеймін. Денсаулық мықты болсын. Және де спортқа әрдайым белсене қатысуыңызды сұраймын. Неоднократно принимаем участие в данном забеге, уже второй год. Очень все нравится. Конечно, есть минусы и плюсы, это, наверное, в каждых мероприятиях такое бывает. Но, безусловно, всегда надо стремиться к лучшему, всегда надо участвовать, поддерживать такие крупные проекты и, соответственно, поддерживать друг друга. Да, Юль? Ну, я очень рада, что сегодня... Нет, я сегодня первый раз здесь была. Вот у меня моя подружка Наташка Матвашко меня подтягивает. Мне очень понравилось, классно было все. Вообще все замечательно, все веселые, позитивные. Ну, мы вообще каждый день бегаем, занимаемся. Можно сказать. Занимаемся, бегаем, мотивируемся, да, то есть ходим в горы, вот, и на таких мероприятиях, как, допустим, крупные, да, Алматы марафон, ежегодно участвуем и, да, поддерживаем друг друга. Занимайтесь спортом, живите богато, кушайте масса бахата. Сейчас мы хотим узнать у спортсменов наших 60+, что их сподвигло участвовать в этом забеге. Как ваши дела? Нормально. Вы первый раз участвуете в данном забеге? Первый раз. Я вообще 20 лет ни разу не бегала, я нигде не участвовала. Каждый год смотрю, как болельщик, вот решила сама попробовать. А сами часто поднимались по этой лестнице? Нет, я люблю по горам ходить, по лестнице нет. Желаем вам здоровья. Спасибо. Оставайтесь такой же активной. Вас как зовут? Тимофей. Очень приятно. Вы первый раз, да, участвуете на забеге? Нет, раньше участвовал. Был чемпионом города в 2016 году по пятиборью. Ну, вот участвуем в спортивных соревнованиях в городских районах, по нашему Житосульскому району. У нас была спартакиада, скандинавская ходьба. Я занял первое место. Поздравляю вас. Спасибо, что мотивируете молодежь заниматься спортом. Ну что, спортсмены пробежали свою дистанцию, а я хочу напомнить, что возрастная категория участников от 7 до 60+. Хотим сказать спасибо огромное организаторам и участникам. Огромная благодарность, что подарили нам такие позитивные эмоции.